преддверии 30-летия вывода советских войск из Афганистана уже по традиции тех, кто прошел войну, и семьи тех, кто с нее не вернулся, принимали в городской администрации. Мы понимаем, что это такое. Их не вернуть никогда. Но наша память всегда будет светлой. Благодарю вас, тех, кто есть с нами, и вечная память тем, кто сегодня не с нами. И ветеранам-афганцам, и семьям погибших сегодня вручили памятную медаль, которая была специально выпущена к юбилейной дате. Кроме того, тех, кто сегодня активно занимается патриотическим воспитанием, отметили знаком признания и почет сочинцев, и грамотами от главы города. Служу России. В этот день мы вспоминаем всех, кто остался на той далекой войне, и наше внимание к тем, кто нуждается в помощи. Город Сочи всегда традиционно все семьи погибших и отцов, матерей и вдов направляет на лечение в лучшие санатории города Сочи. Естественно, им будут вручены подарки, знаки внимания. 30-летие вывода советских войск из Афганистана будут отмечать 15 февраля. В Сочи в этот день пройдет митинг памяти в Комсомольском сквере у стелы «Афганский узел». Добавлю, что с Афганистана домой не вернулись 218 жителей Сочи и края.